В Ульяновске в преддверии Дня православной книги открылась межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Радость слова». Ее организаторами стали Издательский совет Русской православной церкви и Симбирская митрополия. Все же книга играет, как и прежде, особую, большую роль в человеческой жизни. Она была, есть и остается главным инструментом передачи культурного кода человечества, как назвал книгу святейший патриарх Московский Всеруси Кирилл. Я сам люблю читать от юности до сегодняшнего дня и могу свидетельствовать из личного опыта. Книга может очень существенно и по-доброму повлиять на человека. Глава митрополии передал фонд Ульяновской областной научной библиотеки собрание трудов святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В открытии выставки принял участие председатель издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент. Третий раз мы проводим выставку в городе Ульяновске. Таких городов в России, я скажу, есть еще только один город, который ежегодно приглашает нас в программе работы, а так больше нет. Один раз, два раза мы смогли только посетить за 12 лет, а в Ульяновск приезжаем третий раз. Почему? Потому что здесь раскрывают книгу. Действительно, мы это чувствуем. Митрополит Климент передал в дар Ульяновской областной научной библиотеке собрание духовной литературы от издательского совета Русской православной церкви. Он также отметил труды организаторов выставки форума «Радость слова» и вручил благодарственные письма издательского совета. По традиции, в те города, где проходит форум, приносятся чтимые святыни. В Ульяновск ковчег с мощами святителя Иоанна Златоуста доставил в кафедральный собор Симбирской епархии митрополит Калужский и Боровский Климент. Межрегиональная православная книжная выставка-ярмарка «Радость слова» будет работать во Дворце книги с 10.00 до 19.00 до 15 марта. Ковчег с мощами святителя Иоанна Златоуста прибывает в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе тоже до 15 марта. В 12.00 состоится молебен и проводы святыни. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.